Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за прекрасную золотую кошку, пантеру, удачливую кошку Элейн. Да, тут столько всего напихано в этом названии скина, что вы капец просто. Это гений разработки, сейчас вам покажу, кстати, почему-то этот скинчик сделали изумрудным, да? Почему-то. А вот обычный скинчик золотой кошки сделал, удачливой кошки сделали золотым. Гениально, да? Гениально. Взяли точно такой же скин, добавили золотого цвета. Теперь это изумрудный. Уровень выше. Бабосики сюда несите, да? Вот как-то так. Ну, смотрится он неплохо. Интересно будет, конечно же, на кого будет еще один золотой скин, который пообещали разработчики. Надеюсь, на Нико будет. Или на Альпаку, или на Рокки. В общем, как золотой скорпион. Просто писать себе, это было бы круто. Но, наверное, они сделают опять Тони золотого. Они же гении, вы же знаете разработчиков ЗБ, да? Итак, ребятки, у нас продолжается клановая битва. Мы тут это, зафигачили много очков. Я, правда, вчера вообще не играл. Почти что, поэтому у меня как было 14, вроде так и осталось. 19, ого. Ну, я добью сегодня оставшиеся очки. Это, как говорится, несложно. А вот с всеми остальными ребятами мы попрощаемся. Да. Плак-плак. Ну, как говорится, бывает, да. Это дело такое. Ну, что же еще? Сегодня выпустили разработчики вот такую вот картиночку. Не знаю даже, что это такое, как это назвать. Ну, да, они как бы заанонсили новый скин, который заанонсили еще вчера. Ну, допустим, эта картинка еще вышла вчера, да? Но они здесь написали, что... Типа, Паладин Нико присоединяется в битву с Шервуд Никс и Хокус Покус Луи. Вы поняли, да? В средневековых там что-то штуках каких-то. Ну вот как-то так. Чисто заанонсили, да? Не более. Также могу сказать, что этот скинчик мне был начислен разработчиками, поэтому я смогу вам и дальше вам потом его показывать, если что. Поэтому, возможно, если на нем что-то изменится, типа анимации когда-нибудь добавят там с какими-то обновлениями будущими, я вам это покажу. По крайней мере, вы это узнаете. Вот как-то так. Ну, вроде бы больше ничего сегодня такого интересного нету. Да? Волшебник Луи там, все дела. Правда, почему-то он в англоязычной версии называется Хокус-Покус, да? Или это другой скинчик? Как вы думаете? Не могу сказать, но скорее всего все-таки этот. Все-таки этот называется именно так. Ну, странное, конечно, название. О, ботик, как неожиданно. Да, лабиринты, как видите, не меняются. Подкручены по 750 гемов. Смешная шутка, да? То есть ты делаешь 4-5 персонажей, выводишь на 1400 рейтингов, чтобы открыть одного бота. При том, что ты знаешь, что будут еще боты, и то, что ты даже дойдешь до финала, не гарантирует тебе получение этого скинчика. Гениально, да? И именно, чисто вымывание гемов из игроков, ну или из гениев, да? Как тут посмотреть. Ну, а мы отправляемся в Центральный зоопарк. Почему? Вот, беру пантеру для Центрального зоопарка, потому что удобненько, удобненько. Да и дорогу лап надо проходить. Вот основная причина, в принципе. С прыжками это не будем, будем играть на соло-бой. Ну, потому что вы знаете, какие там гении сейчас, да? Если играть с ненормальным сквадом, да? А я как раз буду играть с рандомами, чтобы, как говорится, было показательно. Потому что, ну, по сути, вот реальность таковая должна быть, что вы играете с рандомами и против вас рандомы. Если вы играете против сквада другого какого-нибудь, да? Там из 4, из 3, из 5 игроков. Ну, этот сквад, он должен играть против других сквадов. Объективно балансироваться все должно. Балансироваться в игре зубы. Ну вот как-то да, смешная шутка, конечно, очередная про баланс в игре зубы. Но так в реальности должно быть. Видите, как куда наш Никс убежал? Очень странно, да? Очень странно. Ну, он туда убежал, поэтому... Он сейчас умрет. Но мы туда не побежим, у нас здесь много ботиков. Скорее всего, мы пойдем после купола на кустики, да? И наверх. Встречать тот сквад, так сказать, и убивать их. Хотя Никс, возможно... Все-таки пойдет и успеет забрать легендарный дроп, что я очень сильно сомневаюсь, конечно. Но вдруг там какой-нибудь высокий уровень, да, еще может быть с кофем, и за счет этого он сможет многого добиться. Ну, а мы тут подлутаем бицушку, у нас все хорошо. Блин, там еще ботик был снизу. Ну, ё-моё. А он далеко, я не успею. Или успею? Успел, сюда просто, бицушечка. Спасибо, кролик, что у тебя перезарядка была. Блин, он с сандалиями и с инструментами, да и ёпт. Ну что же у меня за команда-то всегда гениальная. Кстати, Никс выжил. Пока что он еще норм. Так, ну мы тут сейчас подлутаемся. Орел тут какой-то летает. Теперь у нас есть копье, у нас есть хотя бы какая-то подвижность. И с этой подвижностью мы попробуем что-то сейчас сделать. Подлутать еще одно копье. Ну, как говорится, совпадение, да, с Никсом. Что-то, ребятки, мне кажется, такая сейчас дичь будет, и мы так быстро откиснем, но постараемся что-то сделать. Вот типа вот такого, да?
сразу в бочку садимся и выйдем урон. Ну, правда, и выйдеть урон не пришлось, потому что никто решил урон мне не кидать. Ну да, зачем? Зачем кидать урон? Зачем, действительно? Вака словили, правда, без урона словили. Но он бежит. Он бежит! Этот бегун бежит. Луком промахнулись, конечно же. Как могло быть по-другому. Как-то мы просмотрели это копье. Немножко печально, что его посмотрели. Сразу хилимся. Будем готовы, так сказать, к следующей драке. Блин, вы видели, да? Они просто даже ни одну кнопку не нажали. Ни одну. Они просто... Им было пофигу. Там сверху я видел противника. Мы идем за ним. Залетаем на Эхидну. Кидаем урон. Промахиваемся. Ну, там попадаем в эту подругу на фей, да? Поэтому можно сказать, что попал. Хоть и немножко не актуально попал, но сойдет. Запрыгиваем на капибару. Промоним. У него ледяная граната была. Ё-моё. Это монстр. Ну, пусть не ксу будет, в принципе, там чё. У нас, конечно, король скипи, наверное, более поадекватный был бы для этого оружия, но... У меня гранат нет, мне пофиг. Я сразу закилился, чтобы мои союзники подняли аптечку. Надеюсь, они это сделают. Да, они подняли аптечку, отлично. Клон тут чилит, пока я что-то делать пытаюсь. Я тут немножко ошибаюсь, конечно, что немножко наглею, да? Плюс немножко не маневрирую правильно. Мне хочется догнать очень сильно жирафа и убить его. Хотя надо было, наверное, убивать слона. Или пингвина, в принципе. Ну ты шустрый, а? Ляк уж шустрый. Ладно. Что это гений делает, как вы думаете? Кто-то на гениальном, да? Очень на гениальном. Итак, вы сейчас видели очень сильно гениального пинг... Ну куда ты забрал? Ну ты Никс. Там даже полсекунды не было, там микросекунда какая-то была, 1/10. Просто, ну вот, бомбит. Когда я играю за Никса, ну вы видите там, секунда, 2 секунды, подбор. Все честно, да? Против меня же любой другой, так сказать, игрок, да, подбирает за секунду. При том, что он не на Никсе играет и все такое. За меня, как вы заметили, моя команда Никсов всегда подбирает за полсекунды. Да и то меньше, да? Короче, как всегда, это, скорее всего, из-за пинга такая штука связана. Из-за того, что, возможно, визуальное отображение очень сильно хромает, да? Тут тоже, как бы, есть немаленький такой шанс. Ну, а что поделать, ребятки? Такова игра. Кому-то вот, кому-то... А кто-то мы, да? Да-да. Кто-то мы. Кто-то должен страдать же в этой игре. Ну да. Ладно, двигаемся дальше. Возможно, даже под конец что-нибудь откроем по дороге лап. Да, в принципе, открывать нечего. Так-то. Но у нас еще есть, как вы знаете, воскресенье, ребятки. А в воскресенье может быть акция хотя бы какая-нибудь, да? Поэтому, ну, сундучки лучше на воскресенье с дороги лап оставлять, если что. Ну, это так, на будущее, вдруг вы там это... Будете хотеть что-то открыть. Но, скорее всего, это не так, потому что... Прошлое воскресенье, если не ошибаюсь, у нас была уже акция, да? А значит, в это воскресенье, скорее всего, уже нас... Нам уже ничего не завезут. Хотя, как вы помните, когда в четверг, в среду была акция на X2 монеты, да? Просто так запихнули. Лучше бы, конечно, не так просто так X2 жетона еще запихивали. Им бы вообще экономику бы переработать, но это слишком сложно и гениально. Пока что они делают ценники для скинов и меняют редкость скинов, да? Это же так полезно, менять редкость скинов и сделать для них ценник, который отображается непосредственно в менюшке просмотра на персонажа, да? Промахнулся впритык автоатакой, проверяем. Спасибо, ребята, спасибо большое. Хотя пчела по итогу пыталась отжать, но я был чуть-чуть быстрее, к счастью. Не знаю, будет ли эффективен лук. Я вроде бы лук прокачивал, но... Знаете, когда против меня играет пантера с обычным луком, она мне унижает просто одним луком. Когда я играю за пантеру с легендарным луком, ну, фиг я в кого попаду. Проверять. Сейчас будем это проверять. Хотя местность надо бы подходящую для лука найти, тогда можно будет норм все сделать. Ну, я старался как мог. Кривой, косой, но старался как мог. Просто 20-й орел сюда. Но на самом деле здесь кто-то мне помог. Вроде бы вот эта вот Джейд очень сильно сыграла. В плане того, что она очень много урона нанесла орлу. И из-за этого... Чё, бот? Все, орла мы убили, красавчики. Я видел там... Ну, льва, конечно же, видел, да? Пойдем за ним. Это что, монстр в бочку сел, что ли? Ну ты беспалевный, конечно. А нет, это какой-то другой гений. Ох уж эти гении, как же их много. Ты посмотрите просто, а.
А вы, кстати, видите, лев играет как бот. Ну, я о чем и говорю. Кстати, орел, возможно, тоже играл как бот. Возможно, это были два бота только что. Ну, не в плане бота, как боты, а в плане того, что их игроки завели и вышли с боя, и за них играли боты. Такое многие делают, потому что, ну, времени нету играть, к примеру, у игрока, да? И они вот так вот делают. Я так делаю. Особенно делаю я так на пандах, на жирафах, там, где могут. Там, где могут это все реализоваться. Потому что, на самом деле, вот бот, он очень хорош только там, где он может реализоваться сам по себе. На орле он плохо реализуется, на... Вообще, кстати, очень странно, если честно, иногда реализация бота, потому что... Блин, я думал, он побежит налево. Так вот, потому что иногда бот себя ведет очень хорошо, да, а иногда прям как-то плохо. И в чем эта зависимость, я не могу ее определить пока что. Вот, к примеру, на Никсе. Я помню, бот играл хорошо, 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 потом бац, перестал хорошо играть. Что это за дела, не понимаю. Конечно, возможно, слишком много гениев было в боях за меня, поэтому бот уже не вывозил этих всех гениев, да? Но в любом случае, как бы смотрелось странно. Опять же, у меня еще была фигня тоже с кенгуру. Кенгуру прям изи брал 1200 плюс рейтинга, а тут бац, он перестал брать. С чем это тоже было связано, я не знаю. Попробую догнать, убить гения на... Куда он бежал? Загадка. Загадка. Загадку, которую мы, надеюсь, отгадаем. Да берите аптечку, чё вы. Попробуем словить сейчас гения, скорее всего, он под куполом. Или где-то вот подходит. Ой, ну это текстура, это, конечно. Блин. Ладно, убили и убили. Ну, конечно, сквад любит проигрывать. Джет, я понимаю. Но Джет молодец. На самом деле, она вот противников не боялась, врывалась, дралась. Возможно, не всегда была успешной на это, но с орлом она очень сильно мне помогла. Если не ошибаюсь, это была Накс. Возможно, это была пчела Сьюзи или еще кто-то. Я там это, внимание, как говорится, не обратил. Но, как видите, пантерка не будет, когда против тебя не самые сильные, да? Или не самые кнопконажимающие. И, возможно, даже боты были. Повезло, скажем так. 31 персонажа убили. Ну, в принципе, делается, да. Вот единственное, что с охранниками, конечно, напряг. Причем, заметьте, вот тут охранники. Тут охранники. Нет, тут аптечки. Ну, тут тоже охранники, видите, были, да? Везде эти охранники. И тут охранники, да вы разработчики. Сделать задание на урон? Не, ну это слишком сложно. У нас вообще по урону ничего в игре нету, и мы не делать никогда не будем, да? Подумаешь, самый актуальный параметр в игре? Да зачем актуальный параметр в игре? Да зачем он нужен? Бред же, бред же. Да-да, вот так, наверное, сидят и думают все там разработчики. А все другие игры такие, действительно. Действительно. Ладно, ребятки, то такое, как говорится, да? Вы же знаете гениальность разработчиков. Предел ее непостижим, к сожалению, для нас. Да. А было бы неплохо, если бы мы знали, где конец гениальности. От разработчиков игры Зуба. Закинули мы с пантеркой свои луки здесь. Конечно же, Никсу очень нужно 6 уровня. Конечно же. Ник 6 уровня, как же он без легендарного дробовика-то будет побеждать. Вот же животное больное. Я, наверное, не успею до пантерки дойти, да? О, успел. Отлично. Оставишь мне? Я бицушку набью. Братиш, ну куда ты, ну? Ну ты, конечно, это самое. Предатель. Предатель. Это животное, конечно же, никак команда не хочет играть. А я тут соло против троих, да? В ближнем бою Джейд. Понял. Понял, принял. Ну и, конечно же, сквад сверху какой-то приходит еще меня. Мне помочь, да? Мы маневры попытаемся совершить, чтобы свалить отсюда по-тихому. Потому что, ну, лицо сломают и все такое. Этот бесполезное животное на них все, конечно же, портит весь бой. Абсолютно все портит. Ну, я помер. И все из-за больного животного на Никсе. Вот меня спасли. Я нажал кнопку, а она даже нажаться не успела. Ну, он чисто начал анимацию прыжка, но не использовал ее. И все из-за этого больного животного на Никсе. Один вот больной супергений все испортил. Супергений просто. Ну, вот так вот бывает иногда. Оружия нету, твои гении сдохли все. Луты легендарные отжали. Аптечек нету, и ты такой, привет. Привет. Против тебя вроде бы тоже не самые сильные игроки, но просто тебе нечем драться, и все. Просто и все. Причем, заметьте, их было больше, чем пятеро, да? Совпадение очередное. Конечно же. Ох уж эти совпадения в игре Зуба.
Ладно, надо постараться последний бой вытащить. Смешная шутка. Сейчас опять какая-то фигня случится рандомная. Хотя у нас орел есть. И Рави. И гений на орле. Еще один, да? И, возможно, гений на Никсе. Ну, короче, шансы у нас есть на победу, но... Судя по орлу, вот этому 9 уровню, мне кажется, шансы скоро все отвалятся. Ну и опять по оружию все плохо. Очень плохо. Блин, надо лучше за ботом сходить. Бетушка, конечно, не подлутал, к сожалению, но зато копье досталось, это хорошо. Закидываем урончик по Брюсу, не пытаемся его не отпустить. Просто, смотрите, два выстрела с Брюса. Два удара с Брюса. Просто унижают меня. Просто берут и унижают. Надо бежать к нашим гениям, которые сюда убежали. Бак здесь пытается... Ладно, проехали. Моя ошибка. Так, ну здесь вроде все нормально пока что. Сейчас развернемся и... Ага, сбежал, понятно. Черепашка сбежала. Еще бак где-то бегает в кустах. Надо бы с ним поаккуратнее. Опять же, видите, вот ни одной аптечки. Ничего просто нету. Ботов нету, ничего нету. Нормально. И меня окружают два склада со сторон. Совпадение. Действительно, действительно. Ох уж эти совпадения. Ну, у нас здесь Рави что-то быканул. Я что-то залетел. Как бы мне здесь не откинуться еще. Красиво, да? А то я умею, но вы знаете. Мастерство, оно мое, как говорится, на пределе. Взял, пошел, случайно аптечку отдал. Зебра, кстати, с отбросом играет. Офигеть просто. Бак какой-то здесь залетел. Ой, Зак залетел, я извиняюсь. Бак. Кстати, орла бы я не спасал, но в принципе он ничего плохого не сделал, поэтому, наверное, спасем. Пока что. Золотая аптечка для наших союзников. Я из-за этой фигни ничего не вижу. Которая называется Фей, которую я только что добил красиво. Ну ты черепах. Бери, бери. Да нет. Орел, бери, говорю. Блин, не тот гений. Ай, животное больное. Надо было все-таки этого гения дурацкого не спасать. Ну, смотрите на это животное больное, а. Ай, как же им бан хочется дать, а. Ну, чё их нельзя забанить? Даже не вот этих ребят, которые здесь стараются. Они молодцы, в принципе. То, что они киллы сделали, я тут их не осуждаю, как говорится. Кто успел, тот и успел. Тут все честно, да? Но, блин, вот это животное больное на орле 9 уровня с кофе. Ну вот я же знал, что у него кофе. Я знал, что он больной. Ну почему я его решил спасти? Ну вот зачем я это сделал? Ой, ошибка года. Да, как бы то, что он поднял легендарный дроп, это ничего не зарешало. Но это сейчас оно не зарешало. А вдруг бы там остался против нас сквад, да? Он бы все равно это сделал, это бы тогда уже зарешало. Понимаете, да? Вот поэтому таким животным надо бандовать и в любом случае никогда не спасать. К сожалению, да, придется. Вот понимаете, приходится жертвовать командной работой. В рандоме, конечно, я имею в виду. И не спасать больных животных, потому что они вот портят игру. Они этого не понимают, потому что, ну, мозга нету. Это, знаете, вот как у зомби-то мозги-то есть, просто загнили чуть-чуть, да, а у них-то нету. У них-то нету. Им еще нужно, как говорится, расти... становиться настоящими зомби. Кстати, видали, да? С инструментами играет. 9 уровень. Ну, моя команда. Ну, этот хотя бы не пытался отжать ничего. Хотя бы это. Спасибо ему большое, да? Он просто играл, там что-то где-то закидывал урон, старался где-то что-то делал. Не более, да? Ну, орел, конечно, вы сами понимаете. Все видели сами, да? О чем мне рассказывать? Ну, вот такие реалии игры зуба. Сегодня как-то не так душно, как вчера, в принципе. Возможно, из-за того, что карта более-менее стандартная, нормальная. Не такая кукана пылающая, да? Хотя, как видели, и мне попали супергении, как говорится. Куда ж без них, да? Но попадаются и более-менее адекватные игроки, к счастью, иногда. Ну, очень редко. Очень редко. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте комментарии, что думаете. Да. И не болейте, не скучайте. Не забудьте пройти дорогу лап. Она, в принципе, еще сегодня-завтра действует. Поэтому как раз... Завтра и нужно будет закрывать красивенько. Возможно, даже в какие-нибудь акции. Поэтому, если вы уже закрыли все, то, в принципе, можете просто не открывать наградки и подождать до завтра. Как говорится, никуда это все не денется. Все. Всем пока-пока.